Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Некогда ходовые фразы из советских фильмов, взятые из обихода забайкальских сыщиков. Да что там фразы, по мотивам реальных историй Игоря Скорина снимались ленты фильмов, которые, прогремев в послевоенное время, стали классикой. Когда он ушел в отставку, он стал заниматься литературным трудом и записывать вот воспоминания о своей служебной, боевой, оперативной деятельности. И он познакомился с братьями Вайнерами, известными писателями, будем говорить, советского времени, которые детективы писали. И именно он подсказал им сюжет известнейшего всем нам в стране фильма «Место встречи изменить нельзя». Потому что «Черная кошка» была в Чите в 45-м году, но уже где-то в августе месяце. И здесь она была ликвидирована, в районе Читы Первой. К руководящей оперативной службе в Забайкалье Скорина призвали в январе 38-го. И закрутилось. На его трудовом веку были и дерзкие кражи, громкие ограбления и зверские убийства. Так, в январе 43-го в селе Александровка Читинского района неизвестные вырезали семью начальника станции «Новая». Убийцы никого не пощадили. Их жертвами стали 7 женщин и дети. Преступление, что по сей день где-то за гранью человеческого понимания, оперативная группа Скорина раскрыла в течение суток. Палачами оказались воры-рецидивисты Гонцов и Ланцев. Их участь впоследствии решил суд. По долгу службы известному сыщику не раз приходилось перевоплощаться как истинному актеру. Каждую свою роль Скорин проживал по-настоящему. На севере Читинской области была раскрыта группа, совершавшая преступление в Моготинском районе. Ну, там за ними охотились, они все-таки там скрылись в Моготинском районе и переселились на север, в районе Романовки. И там, вот именно благодаря Скорину, они под видом геологов туда вот проникли, в лесу, потому что там, ну, человек на 100 километров появляется, там место-то такое было дикое, как говорится. Уже знали, кто что, они под видом геологов. И вот они вышли на встречу с этими людьми и задержали их. И вот в 1943 году, благодаря вот опытности Скорина, как работника оперативного, его направили на освобожденные от немецких оккупантов территории нашей страны, там восстанавливать органы милиции. Полковник милиции в отставке Игорь Скорин много писал о ставшем родном уголовном розыске, о громких преступлениях, кровавых расправах. Из-под его пера вышло достаточно рассказов, повести и научных материалов, которые по сей день служат начинающим сыщикам примером и учебным пособием. Марина Лиханова, Николай Шунков, ЗапТВ.